Привет! Сегодня мы испытываем ламинар Флупан Кастамону, Блэк 833 класса. Мы проводим испытание на ударную прочность. У нас есть три доски, на них будем бросать вот этот шарик. На каждую доску по 10 раз, и того 30 бросков. Вес шарика 0,5 кг, диаметр 50 мм. Высота броска стандартная 2 метра. Ну что, начинаем? Бросок один. Так, это осмотр ламината Кастамону Флупан Блэк. Предварительный осмотр я делать не стал. С камеры здесь порыв не видно на этом дизайне, поэтому сразу разметил доску. Есть полупорывы, их достаточно много. Круговые порывы тоже есть, как мы видим. Вот. Их не так. Ну, тоже достаточное, в общем-то, количество, честно говоря. Я все размечу диаметрами и покажу в таблице. Это результаты испытаний ламината Кастамону Блэк на ударную прочность. Что мы имеем? 30 бросков, 8 целых порывов, 7 половинок. Итого 11 половинок целых порывов мы считаем. Средний диаметр порывов 15,5 мм. Перемножаем вот эти два значения, получаем коэффициент ударной устойчивости равный 177. Вот он на этом графике. Среди других ламинатов, которые мы испытывали. Значит, значение 177 это несколько хуже среднего значения 103. Это означает, что ламинат при падении тяжелых предметов на нем есть вероятность, что будут оставаться вмятины. И эта вероятность немного больше средний по сравнению с другими ламинатами, которые мы испытывали. Ну и цена на этот ламинат немного ниже средней, это тоже нужно отметить. Спасибо, что смотрели это видео. У нас есть испытания, видео испытаний также всех других позиций, которые мы испытывали. И есть видео испытаний на устойчивость к царапинам, устойчивость к воде и на геометрическую точность.